Гриш, поздравляю с победой. Очень такой интересный результативный матч. На твой взгляд, быстрое начало помогло так уверенно себя чувствовать в игре или были просто лучше готовы, чем «Нефтехимик», на твой взгляд, к этому матчу? Спасибо за поздравления. С первых минут начали агрессивно, и два периода не сбавляли обороты, и меньшинство выстрелили очень хорошо, не давали им вообще в зону входить. И момент создавали агрессивно в зоне атаки, играли, бросали много. Так вот, хороший матч провели, за исключением концовки только. Что в целом можешь сказать про «Нефтехимик», потому что, как правильно Майкл заметил на пресс-конференции, одна из сильнейших команд лиги на данный момент, 10 побед подряд, но да, вот сегодняшний матч, какое они впечатление оставили? Тяжело сказать, 10 побед подряд, конечно, это очень хороший результат, и мы готовились очень серьезно, как на топ-соперника, и просто хорошо сыграли, я считаю, не буду никак не оценивать «Нефтехимик». Свою шайбу вспомни, потому что именно эта шайба стала шестой в матче, да, уже вышел Константин Барулин, и бросок такой красивый получился под дальнюю штангу. Видел или по ситуации как-то так получилось? Да просто ситуацию сыграли, вот, одного больше у нас было, просто ситуацию сыграли. Вот. Повезло, что на меня никто не пошел из защитников «Нефтехимика». Как в целом себя ощущал после паузы на сборную, потому что ты уехал, может быть, да, чуть раньше в сборную, да, там свой график был, нежели в главной команде, как чувствовал себя? Да, в принципе, хорошо, и дали отдохнуть, игру с Сибирью пропустил, в принципе, восстановился, и чувствую себя хорошо, и эмоционально, и физически. Впереди Салават Юлаев, команда, с которой матчи тоже получаются такие обычно результативные, интересные. Ожидать такого же хоккея или как-то перестроиться придется все-таки? Посмотрим, не знаю. Тренера там сделают выводы, там видео покажут. Все. Ну, на твой взгляд, лучше выиграть 2-0, как Сибирь, или 6-3, как сегодня? Самое главное, победа, неважно какая. Все.